активизация работы в период проведения Олимпийских игр. Это очень важная, так сказать, составляющая обеспечения безопасности по всей территории, и в том числе по Республике Татарстан. Мы неплохо провели универсиаду, значит, но, так сказать, Олимпиада и обеспечение безопасности в первую очередь в жилом секторе, где, к сожалению, большое количество и пожаров, и гибели мы наблюдаем. Дальше мы пойдем в очередной рейд, да, по вот таким проблемным нашим домам, а такие проблемные дома есть у нас, к сожалению. Мы также просим вас не проходить мимо и вовремя информировать о ваших соседях, которые, к сожалению, иногда, это основная причина, не в надлежащем состоянии, значит, грубо нарушает требования пожарной безопасности. А потом я вам расскажу. Причины пожаров разные. Первое – это неосторожное обращение с огнем, в частности при курении. По этой причине у нас произошло, погибли два человека. И взять даже ваш поселок, улица Вишневая, дом 20, погиб молодой человек, 79-го года рождения, допустил курение в алкогольном состоянии, в итоге сгорел дом, и сам человек погиб. Аналогичный случай у нас произошел по улице Зуидаровой, дом 5, тоже погиб молодой человек, 74-го года рождения. Проходите, нам приятно. Детям старайтесь объяснить об опасности шалости с огнем. Вот. И хотели бы вам памятку вот такую. Если она придет. Памятки для того, чтобы как бы ознакомились. Спасибо большое. Да. Еще, еще. На улице, на улице. И в рамках операции «Жилище 2014» производятся рейды по жилым массивам города Казани. Государственные инспектора ходят по дворово и объясняют гражданам, собственникам имущества требования пожарной безопасности. Если инспектора впускают внутрь помещения, то они предметно осматривают жилые помещения, и при выявлении нарушений требований пожарной безопасности собственникам имущества доводят эти нарушения и объясняют, как их нужно устранить во избежание возможных возгораний. Вы как-то за процессом следите? То есть вы потом еще раз повторно приходите за результатами вот этой деятельности? Мы стараемся охватить максимальное количество жилых поселков и, естественно, пытаемся отследить исполнение, то есть устранение нарушений требований пожарной безопасности непосредственно гражданами. Ну вот в данном случае вы на улицу Советскую 45 еще раз придете? Конечно, мы придем и, конечно, мы посмотрим и отследим устранение тех выявленных нарушений, которые инспектора выявили при осмотре данного жилого дома. Ну вот в случае, если не будут никакие меры предприняты, какие-то рычаги законные, у вас есть воздействие помимо советов и рекомендаций? Административная ответственность, штрафы в отношении граждан. По закону штраф на гражданина от 1000 до 2000.